Хотел пожелать в первую очередь, ну, как всем нам, как самому себе, чтобы мы всем умом, всем сердцем, всей жизнью своей возлюбили Господа нашего Иисуса Христа, чтобы мы жили так, как мы молимся, сами себя, друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим, чтобы у нас с Богом обязательно возникли личные отношения, чтобы когда Господь скажет: «Придите ко мне, благословенные, наследуйте», чтобы мы оказались среди этих избранных. Для этого наша жизнь, она должна быть сконцентрирована вниманием, сердечным чувством воли на личности Иисуса Христа. Он достоин того, чтобы Его любили. Его можно любить. Он этого желает, и Он любовь свою безгранично нам отдает. Нужно вглядываться в Его лик. И в центре нашего домашнего иконостаса, конечно, должна быть икона Христа Спасителя. Мы должны вчитываться в страницы Евангелия, вмаливаться в Его сладчайшее имя, чтобы не услышать слова, которые одни неразумные девы услышали, когда пришли стучаться в двери Царствия Небесного: «Отойдите от меня, я вас не знаю». Не дай Бог никому эти слова услышать. Время есть. Христос рождается, встречайте. Поспешим навстречу Ему всей своей любовью. Отдадим Ему свою жизнь в Его руки. И никогда об этом не пожалеем.